В городе полным ходом идут работы по ремонту теплосети. На улице Родниковской сейчас ведут замену трубопровода. Трасса Квартальная обеспечивает теплом проспект Текстильщиков и улицу Шубиных. Старая труба прослужила 14,5 лет. Теперь вахту будет нести высокотехнологичная предизолированная конструкция. Технология предизолированных труб. Это труба полной заводской готовности в тепловой изоляции с покрытым слоем из шивного полиэтилена. Труба абсолютно плотная, не допускает проникновения влаги из канала к ней. Новые трубы будут служить порядка 50 лет. Есть одно «но». Они почти вдвое дороже обычных, поэтому прокладывают их на самых значимых участках теплотрасс. Однако четверть запланированных ремонтных работ проведут с применением новых технологий. Запланировано по предприятию «Евгортеплоэнерго» замена 10,5 километров на теплотрасс. Это примерно в таком же объеме, как и по прошлому году. Это плановые показатели. Есть уверенность, что с этими объемами предприятие справится. В первую очередь ремонтируют теплосети, на которых зимой были аварии. 81 участок уже успели обновить. На 26 работы в полном разгаре. Как пояснили специалисты, в большинстве случаев горячую воду у жителей не отключают. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.